очередь будут еще и мы. Мы не отменили. Просто депутаты в одном районе решили, что это будет так, а в другом районе, что это решили так. А в третьем господин Тулеев решил, что он вообще командует всем регионом, да и командовался. Так вот здесь я хочу вам сказать, что мы фактически ликвидировали демократию на уровне районов, потому что в большинстве районов под давлением, конечно, это удобно партии власти и удобно исполнительной власти. Когда отменили фактически выборы депутатов районных, их теперь делегируют. И понятно, естественно, ни в одном муниципальном образовании практически нету большинства и не может быть большинства при выборной системе у оппозиционной партии.